Друзья, всем привет, с вами опять Руслан, а значит сегодня мы снова поговорим про Патрон. И сегодня будет очередное коротенькое видео про Патрон. Это Патрон 500 Виспер. Я вам обещал про него рассказать, вот я про него вам и рассказываю. Поскольку Патрон, опять же, не очень распространенный и, возможно, вообще не распространенный, информации про него крайне мало, и я вам расскажу то, что мне удалось найти. Патрон был разработан в середине 90-х годов оружейником Джей Ди Джонсом из компании SSK Industries. Да, про Джей Ди Джонса я уже несколько раз рассказывал, вот, и в том числе рассказывал про его линейку патронов Whisper, самым известным из которых является патрон 300 Whisper, он же 300 Blackout. Вот, конкретно этот патрон был его экспериментом с крупными калибрами. Он взял гильзу от патрона 460 Weatherby Magnum и вставил туда пулю 50-го калибра. Да, вот у нас патрон 50-го калибра. Если мы присмотримся, пули очень-очень похожи. Пули, поскольку здесь используются разные, здесь тоже применялись разные. По характеристикам. Масса пули здесь была от 43 до 48 граммов. Скорость была порядка 320 метров в секунду. И, соответственно, энергия этого патрона была от 2200 до 2450 джоулей. Что, в принципе, сравнимо с энергией патрона 7.62х39. Вот. Но что интересно, что этот патрон является практически близнецом нашего отечественного патрона 12.7х55. Вы видите, они очень-очень сильно похожи. Про наш патрон 12.7х55 я уже рассказывал. По сути, он сделал примерно так же, да, только он, наш патрон сделан на базе 338 гильзы, а этот сделан на базе гильзы 460 Weatherby Magnum. И это мы можем увидеть по наличию здесь вот такого вот типичного магнумовского буртика. На нашем патроне такого нет. В нашем патроне пули тоже применялись изначально от нашего крупнокалиберного патрона 12.7 на 108. В принципе, вот мы можем здесь видеть наш патрон, американский патрон. Да, пули очень-очень-очень похожи. В общем, эти два патрона являются по большому счету такими братьями-близнецами, и судьба у них примерно такая же. Наш комплекс выхлоп, я, насколько понимаю, практически нигде не применяется, и американский патрон 500 Whisper тоже я не слышал, чтобы где-нибудь применялся. Я на YouTube нашел одно видео, я его вам сейчас ставлю вместе со звуком, послушайте, как работает этот патрон. На самом деле я не очень уверен, этот ли патрон там используется, да, именно 500 Whisper, просто именно видос называется, что 500 Whisper, потому что гильзы мне показались какими-то более мелкими. Вот. Но, тем не менее, что мы там могли увидеть, что звук глушится, в принципе, не до нуля, конечно, но достаточно неплохо, парень стреляет без наушников. А второе, что мы увидели, что отдача довольно серьезная. Вот. Поэтому это на самом деле все, что я могу рассказать про этот патрон. Сейчас еще посмотрим клейма OPM 500 Whisper. Вот очередной эксперимент Джей Ди Джонса, довольно прикольный патрон, но, на мой взгляд, какой-то не особо успешный в коммерческом плане, потому что особо про него ничего не слышно, неизвестно. Мне кажется, что он особо не используется. Вот такой небольшой коротенький видос. На сегодня все. Всем удачи и пока.